Всем привет! Сегодня покажу, как у меня растет перец на автополиве. Это хоть и не экзотическое растение, но у меня почему-то в комментариях об этом много спрашивали. Я его сажал ради эксперимента, честно, вот давно, может, года два назад или полтора. У меня будет одна ставка видео где-то годичной давности с плодом уже, и фотографии парочку. Что хочу сказать. Растет хорошо, вообще неприхотливо. Единственное, что нужно следить, чтобы ему хватало удобрений постоянно, потому что расходует он их больше, чем цитрусовые. Прям реально больше. Вот. Так. Аккуратненько. Корней. Мало корней. Я его недавно обстриг, прям очень кардинально его обновил, и вот он нарос опять. Это сладкий маленький перец, у него там где-то грамм по 60, по 70 плоды. На вкус как обычный сладкий перец. Вот. А для овощей у личуза есть отдельный вид субстрата, личуза виджипон. По-моему, я в него изначально и сажал. Ну, 50 на 50 было терапона и виджипона. Уже не очень помню. Вырос нормально. Я его недавно биогумусом подкормил. Засыпал. И вот он подрос. По сорту он карликовый. То есть, если взять там полудетерминантный, по-моему, он как-то так называется, то горшок нужно будет побольше. Ну и, соответственно, вырастет он побольше. В принципе, больше, наверное, нечего сказать. Неприхотливо растет под лампами, без ламп, на подоконнике. В общем, все нормально с этим. Все, всем спасибо. Всем пока.